Что ж, друзья, сегодня вместе встретимся на карнавале. Необычном карнавале, а на том, где был Сен-Санс. Посетив чудное действо, он свои же впечатления записал спокойно в нотах, передал навеки нам. И сегодня совершим мы путешествие, где встретим самых разных персонажей, и зверей, и птиц, и рыб, что сошлись на карнавале, чтобы встретиться всем вместе, пошутить и посмеяться. И, конечно, танцевать. С важным видом смотрит подданных своих. Лев.